Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 20 центов Канады. Монетка выпущена в Австралии. Регулярный чекан. Выпускалась с 1966 по 1984 год. Это монета 70-го года. Тираж ее 23 миллиона 710 тысяч. Медно-никелевый сплав. Соотношение сторон медальное. Гурт рубчатый. Вес 11,3 грамма. Диаметр 28,5 миллиметра. Толщина 2,5 миллиметра. На монетке изображен утконос. Это млекопитающий отряд однопроходные. Единственный представитель утконосов. В чем-то напоминает рептилий. Нос, как у утки. На ступнях перепонки. Лапа по бокам. На задних лапах шпоры, как у петуха. Хвост, как у бобра. Откладывает яйца. Противника травит ядом. Так что не все решатся перекусить утконосом. Имеет очень густую, коричневато-темную шерсть, что являлось лакомой добычей для браконьеров. Обитает в Австралии, на острове Кенгуру и в Тасмании, хотя Тасмания расположена в 240 километров от побережья. Живет в пресной воде, температура 25-30 градусов воды, что для него является оптимальной. Само по себе животное небольшое, 30-40 сантиметров, хвост 15 сантиметров, ну и вес 2 килограмма. Утконос является одним из символов Австралии. Когда его обнаружили, ученые не могли понять, что это за животное. Не подходил ни к каким классам, классификации животного. И для своего времени решили, что только Бог мог создать. Не похож он был ни на кого. Такой вот утконосик. Обратная сторона. Портрет в профиль Елизаветы II. Надпись «Елизавета II. Австралия, 1970 год». Такая вот монетка. Оцените ее, как она вам. У меня не очень хорошее состояние. При желании можно заменить, даже погодовочку собрать. Все-таки она выпускалась долго, 18 лет. Всего вам доброго, друзья. Удачи вам.